Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Мы продолжаем проходить игрушечку Ghost of Tales. И мы идем спасать от бессонницы Фаталь. Мы с вами продолжаем искать стражника. Тут по-любому есть секретка, но нету ничего, что подсказывало бы, как ее открыть. Поэтому я пока с ней не буду заниматься. Но в целом... Пока такой план. Помогаем Фаталь, пытаемся выяснить про стражника. Если выясним, то откроем ворота, пойдем, соберем грибы. В общем, дел полным-полно. Эй, что тебе нужно? Давайте про всякое остальное пока поспрашиваем. Скажи, откуда ты знаешь мое имя? Мы видели, как вы с женой выступили в порту несколько лет назад. Зрители от вас глаз не могли отвести. Тем проще их было обчистить. Как дела? Кроме того, что я в тюрьме? А, замечательно. А про мою жену Меру до сих пор никаких вестей? Значит, ты еще не потерял надежду? И не потеряю? Повезло ей с тобой. Ты все еще ее ищешь. А что, Гаста о тебе не заботится? Гаста? Заботится, но он мой брат. Он бы и не хотел. Да приходится. Да брось, он так не думает. Он постоянно об этом говорит. Вот что, принеси мне 12 карт судьбы, и я их тебе прочту. Может быть, напророчу в них судьбу мэра. Напророчишь? Что, не то слово? Прочитаю, нагадаю. Ну, в общем, ты понял. С полной колоды я смогу выглянуть за пределы этих стен. Может быть, и меру увижу. А я не знаю, сколько я карт нашел, но я какие-то карты находил. Я не помню, сколько у меня их. 12 любых карт? Ага, это называется колода судьбы. У меня есть колода. Эй! А это ты? А вот я нашел карты. О, тут даже больше 12 штук. Но гаданию это не помешает. Дай-ка мне минутку на то, чтобы разглядеть нити судьбы. Ты разглядела? Как дела? С прошлой нашей встречи почти ничего не поменялось. А что говорят нити судьбы? Мера жива. Скажи мне, где она, прошу. Колода ее судьбы поделена надвое. Но не все мне ясно. Ты о чем? Ее судьба еще не решена. Но она жива. Это я тебе говорю точно. Спасибо, конечно, да. Как бы я до этого бы догадался. Кажется, тебе есть что рассказать про тюремщика. Ага, слушай. В ночь кроволуния, но когда он исчез, ранним утром были слышны какие-то звуки. С южного двора. Будто железные ворота проскрипели. Мне уже доводилось их слышать, но вот где и когда, я вспомнить не могу. Но во дворе же нет железных ворот, ведь так? Именно, но я своим ушам верю. Скрип, а потом лязг. И так два раза. Серьезно? Хорошо. Заснуть не получилось? Ну, наверное, по мне заметно. Почему ты не можешь заснуть? Ну... Нет, ничего, забудь. Давай сменим тему. Может быть, есть что-то, что поможет тебе заснуть? Ну, есть напиток, который моя Амма делала, когда мы не могли заснуть.
две кучки жучиных яиц, трехголовый желудь и три алых гриба. Желудь у меня есть, яйца есть, а вот насчет грибов я не уверен. У меня с грибами вообще какая-то проблема. Сможешь это для меня найти? Попробую. И не трогай фиолетовые грибы, они ядовитые. Так, у меня не хватает одного гриба. Красного. Вот такого, алого гриба. Говорят, эти только на костях мертвецов. Вы задумываетесь о том, впитывают ли они воспоминания или мечты тех, на ком растут. Мертвецов. Мы один подобрали, где паук лежал. Его там стражник сожрал. Один мы, по-моему, подбирали, где пиратский скелет. Где еще скелеты? Ну, по-моему, везде тут есть немножко скелета, но где-то я гриб пропустил. Ладно, найдем, принесем. Печатью командующего гарнизоном. Так, хорошо. Ну, в принципе, теперь это уже конкретное подтверждение. Конкретное подтверждение нашим выводам. Мы сейчас с вами пойдем и полезем в колодец. Потому что железная решетка была на колодце, и она говорит, что я слышал, что там что-то скрипнуло, но там не было никаких решеток, а там действительно посреди двора на колодце решетка. Ну, с одной стороны, это было очевидно. С другой стороны, колодец в центре площади, это не... Это больше похоже на вход в какому-то боссу или типа того. Но это не так. Хотя тут, по-моему, могут быть пиявки вполне. Мне нужен цвет. Вот он. Вот он. Красавчик. Обол тюремщика. Оболы это типа жетоны какие-то, да, наверное? Слушай... А на жмурах растут грибы. Тут нету нужного нам гриба. Видимо, нет. Ладно. Ну, тюремщика я нашел. Кстати, его очень быстро обглодали. Прям подозрительно быстро. Ну что, тюремщик найден. Надо тогда идти к командующему докладывать. 6 вечера. Нам самое главное добиться куда-то прохода. Остальное не так важно. Возможно, гриб там будет. И другие грибы там будут. Может и нет. Кто его знает. Так, мне надо 6 вечера, да? Спать 16 часов, чтобы я так жил. Валим к главнокомандующему. Спешу, так сказать, со всех ног. Меня постоянно вот этот товарищ подозревает, но я не думаю, что это на что-то влияет. Просто мнительный какой-то.
могу помочь. Мне нужно поговорить с командующим. Не заставляй его долго ждать. На него сегодня столько навалилось. Переживает за начальство. Как вот крысы не могут отличить его от мыша, я не понимаю. Ну, то есть не могут понять, что это мышь. Это так тупо. Итак, Скаф, про тюремщика никаких новостей? Сэр, боюсь, тюремщик убит. Убит? Ты уверен? Я обнаружил его тело на дне колодца. А мне доложить ты не собирался? Сэр, я нашел тело прямо перед тем, как вы меня вызвали. Что свидетельствует об убийстве? А у него нож в спине. У меня обул тюремщика. Это его кровь? Благодарю, Скаф. Сэр, мне продолжать расследование этого дела? А, нет. Нет, оставь это мне, рядовой. Будь уверен, мы воздадим убийце по заслугам. Так, благодарю тебя за помощь с этим вопросом, Скаф. Мне бы хотелось как-то отплатить тебе. О чем вы, сэр? Ну-ка посмотрим. Твоя броня, Скаф, она тебе не очень-то и по размеру, верно? А ты сам на себя посмотри, еле ходишь в ней. Я могу приказать кузнецу кое-что подправить, если хочешь. Немного убавить вес. Укоротить набрюшник, переделать поножи, чтобы ты мог свободнее двигаться. Ах да, еще он расскажет тебе про ловушки. Это очень важно, учитывая все наши проблемы с пауками. Но не все сразу, верно? Да? Командующий берет перо с листом бумаги и начинает писать. Поставив подпись, он складывает лист трое, запечатывает воском и передает вам. Отнеси это к кузнецу, а дальше он разберется. Блин, это класс. Если я еще смогу бегать в этом костюме, это просто сказка. Я могу вам чем-то помочь, командующий? Сыграй мне, Скаф, песню о приключениях. Королевские трусы? Отличная песня для приключений. Я, кстати, обещал. Так что терпите. Как-то раз фрегат имперский шел из Кавна в Барингольф. И была там Ариана, королева барсухов. Тут поднялся сильный ветер, разразилась вдруг гроза, оторвала судно мачту и порвала паруса. И разбился бы фрегату в неизведанных местах, но на судне оказался ловкий крыс о двух хвостах. Но оставшуюся мачту он для дела не красы, вместо паруса напялил королевские трусы. Спас он Ариану и утешил ночью. Эй, может, не барсук он, но мужик уж точно! Королева все вздыхает о его хвостах. О-хо-хо-хо-хо! Отличный выбор, Скаф! Во втором куплете ты ступил по... Да ладно, ну что ты прям... В остальном... Это было действительно интересное выступление. Сам в шоке, если честно. Следующий, ну это прям ништяк. Если мы подгоним броник, это прям будет прям бомба. Мой, кстати, не хуже, чем у главного командующего. Ну, так сам выбирал же. Хорошо. Пойдем улучшать броню. Этот сейчас, небось, зажопится, скажет, тащи мне кучу флоринов или там шкуру с жопы дракона какую-нибудь для этого доспеха, чтобы мы
могли из него что-то сделать, но... Короче, я сейчас вот просто губу раскатал, что мне вот сейчас прям доспех подгонят. Я сомневаюсь. Очень сомневаюсь в этом. С другой стороны, ворота теперь должны открыться, потому что мы нашли тюремщика. А это новый путь, а это грибы. И, короче, надо уже как-то немножко разгружать квесты. А то мы что-то много нахапали и ничего сделать толком не можем. Я, по крайней мере, надеюсь, что теперь дело сдвинется с мертвой точки. Вот прям, откровенно скажу, не хочется эту игру как-то вырезать, подрезать, что-то делать с ней. Она милая, она прикольная, и интересно следить даже вот с этими переходами, по крайней мере мне. Я не знаю, как вам, во время, как вы будете смотреть, но это такой будет стиль прохождения. А, вижу, ты теперь на службе Красные Лапы. Ты что-то хотел, рядовой? Ролло, у меня для вас приказ от командующего. Да ну! Ну да. Кузнец берет бумаги, ломает печать и читает. Ладно. Значит, я могу либо поработать над твоими доспехами, либо рассказать про ловушки на пауков. Доспехи? Разберемся же, я не разберусь с ловушками, что ли. А что ты можешь сделать с доспехами? А, дай-ка взгляну. Можно кое-что обрезать. А тут переделать нагрудник. Ага, доспехи станут полегче. Сможешь нормально в них ходить. Может быть, даже и пробежаться сможешь. Но так придется забрать их часов, так скажем, на 6. Ну и забирай. Вы снимаете доспехи, отдаете их кузнецу. Через 6 часов, не раньше. Супер. Ну, это где-то вот так. Это даже много. Я вообще-то там 9 зарядил. Но, да. Доспех готов. Тебе что-то нужно, мышь? Как там мои доспехи поживают? Все готово. Кузнец собирает по кузнице разные части доспехов и подает вам. Ну, не идеально, но разницу ты почувствуешь. Будь побольше времени, я бы сделал и получше. И я могу еще чем-то помочь? Конечно. Чем вы тут занимаетесь? Я молотком стучу. Ну, хорошо. Мне подогнали доспехи. И насколько это помогло? По статам не очень, на самом деле, помогло. Определенно. Ну, чуть-чуть бодрее я хожу. И это, в принципе, неплохо. Ладно. Ну что, давайте попробуем выйти куда-нибудь. Потому что тут нам явно делать больше нечего. Пока что точно.
Рядовой Харум упал со стены. Ну, если он жив, то он приползет обратно. Пока не найду тюремщика, ворота будут закрыты. В смысле? Я нашел тюремщик. Открой. Тюремщик найден. Выпустите меня отсюда. Я хочу на волю. Мама, забери меня отсюда. Какого черта? Так. Давай, вот это вот. Так, что не так? Почему меня... Не того этого. Не выпускают меня. Арсенал мне не поможет. Может, теперь что-то с проходом получится? Очень вряд ли, конечно, но все-таки вот этот, который переживает. Что ты вот переживаешь? Ты что, не слышал меня? Командующий приказал закрыть западные ворота. Вот, у меня приказ присоединиться к отряду в катакомбах. Ну, кажется, все в порядке. Открыть ворота. Удачи вам внизу, Скаф. Убей парочку пауков из-за меня. Можно не надо? Ну, вообще, они тут как-то в порт же ходят. Плюс я довольно бронявый. Подняться, опуститься. В смысле подняться? Куда подняться? А, ладно. Что можно с пауками? Пауки, в принципе, огня должны бояться. Так что я вот так сделаю. Ох, это добром не кончится. Я, кстати, очень давно не сохранялся. Ну, вообще, есть автосохранение. Ох, не хочу я туда идти. Кто идет? Вы меня не видите? Мое зрение слабеет. Их было так много, они ждали нас. У нас не было шансов. Где остальные? Их забрали. Забрали. У меня есть противоядие. Я ничего не мог сделать. Грязные твари кишат везде, как мыши. Тихо, выпей это. Вы аккуратно приподнимайте голову командира отряда и вливайте ему в рот содержимое флакона. Спасибо, друг. Постарайся не тратить силы. Меня уже не спасти. Я чувствую их яд. Он как лед в моих венах. Холодно. Холодно, так холодно. Подожди, на, возьми. Крыса роняет на пол ключ. Прошу тебя, остальные. Кит, Болт, Скарф. Найди их, помоги им. Я пришлю к вам кого-нибудь, обещаю. Берегись пауков, друг. Берегись слищеров. Слищеры. Ужасные существа, способные обезглавить крысу одним движением полной ядовитых зубов пасти. Были привлечены к катакомбы тащих башни вонью разлагающихся останков. Несмотря на внешнюю схожесть с червями, эти твари на самом деле относятся к членистоногим. Известен сей факт стал относительно недавно, поскольку храбрость тех, кто осмелится приблизиться к ним, достаточно близко, чтобы рассмотреть конечности, с избытком компенсировалось отсутствием инстинкта самосохранения. Слищеры совершенно невосприимчивы к большинству ядов. Их тела покрыты прочными панцирями, поэтому по-настоящему эффективным средством борьбы с ними являются шишки, гранаты и бризант.
А также следует помнить, что токсичные испарения вокруг их нор чрезвычайно взрывоопасны. Берегись призрака. Скажи командующему, я умер как герой. Я же ему противоядие дал. Между прочим, последнее и очень редкое. Так, но нам говорили, что здесь есть лаз. Это, видимо, он. Так, не хочу сюда лезть. Мне даже и оружия-то нету никакого. Так, знаете что? Давайте-ка мы, во-первых, оденем какую-нибудь херню от яда. От огня, от оружия. В принципе, костюм выживальщика, он неплохо выглядит в этом плане, но в основном мне, наверное, от яда надо вещи. Ну вот так. Окей. По крайней мере, я хоть сбежать смогу. Если чё. Гриб забираем, он перестает заниматься этой своими испарениями. Порнохайта. И призрак там, что ли? Так, мне, наверное, пока не сюда. Сюка! Да ёпереса ты! Так, надо взять палку. Или хоть что-то с прицелом, потому что это отличный индикатор того, где у нас что-то есть. Сколько мед восстанавливает? Ох, как хорошо мед-то восстанавливает. Ладно, не жалко, что потратил. Ну да, дым. Поскакали. Порно Дуинлан. Дуинлан — это там, который крутой король. Так, туда есть путь. Хорошо. Пока не вижу пауков. И хорошо, что не вижу пауков. А где мой последний сейф? Здесь, да? Хорошо. Прищепка по-любому.
И, наверное, камзолы следопыта. Хотя сет вора, он даже неплох, я бы сказал. Все, я думаю, так у нас наш комплект сохранится. Вещи, которые мне достаточно тяжелы, чтобы нажать этот механизм. Я не хочу его пока нажимать. Все, что мы с вами, наверное, подбирали, не подбирали, это все... Сбросилась, да? Да. Что ж. Так, гребаные вы ловушки. Да, и урна вон валяется. Да как так-то? О, какая прикольная. Так, ну ладно, куда-то пропрыгал. Не думаю, что это хорошо закончится. Так, мне что, мне надо несколько крысюков найти, да? Нужен ключ от катакомб. Вообще слышу воду. Возможно, где-то недалеко гавань. Или что там. Как тут главнокомандующий каждый день ходил? Ну, может быть, он через основной ход шел. Опять этот светляк, смотри. Фигачат там. Серьезно? Анор Ландо? Камон, игра. Могу я? Да. На всякий случай. Ай-яй-яй. Не надо, игра, не ломайся. Воу! Да, а случаи разные бывают. Так, хорошо. Я понял. К дыркам не подходим. К дыркам с испарениями тем более.
Ты мне тут порычи еще. Там капкан. А как, подожди, может им что-то кидануть туда в них? Или вообще туда не ходить? Не, ну главный зал это, по-моему, куда я потом пойду, да? Там у них какие-то музыканты нарисованы. Давай сюда пойдем пока. Выглядит как план. Но меня смущает, что здесь еще должны вообще-то пауки ползать. Где-то какие-то. Как эту дрянь пройти? Мне говорили, тут какими-то супер шишками можно пользоваться, но у меня нету супер шишек. Видимо, у разработчиков были супер шишки, когда их придумывали. Потому что я не знаю, чем их ловить, травить этих гадов. Оттуда я пришел, да? Правильно ли я сделал, что сразу туда пошел? Мне бы какую-нибудь карту. Вот я допрыгал. Ага, допустим. Здесь у нас закрыто. Здесь нужен ключ. Или фонарь кончен. Но тут, в принципе, видно. Три пути. В главной зале стопудово нет. Хотя, может быть, тут все так и задумано, что мы типа в обходы прошли, чтобы попасть в главные залы. С другой стороны, мне какие-то урны нужны. Что подумать? Может быть, бутылками пошвыряться? Конечно, можно обмануть эту штуку. Я не уверен, так ли это было задумано. Ух ты, блестяшка. Да, мы проходили по низу, теперь мы тут за каким-то хреном идем по верху. Что тут у тебя? Для повара. А, слушай, блин, это класс. А сколько у меня до сета? У меня камзола вора не хватает. А что дает? Шляпа зимородка, вора зимородка. А его почитали, он тут коней откинул. Сколько шансов у меня здесь не откинуть коней? Это я еще пауков не видел.
Я вот капкан вижу. Какие-то урны. Ну, я вижу гроб, в нем можно будет сохраниться, это хорошо. Мы куда-то к началу, что ли, вернулись? Хорошо, мы зафиксировали шляпу. Это классно, на мой взгляд. Да, я вернулся к началу. Ну хорошо. Это, кстати, повод попробовать пройти не лазом, а здесь. А я, в принципе, тут не могу пройти. Понял. Ну хорошо. По-моему, костюм вора сюда подходит как никогда, но пополам с этим. Так, хорошо. Хорошо, ладно, ладно. Это мы прошли через низ, прошли через верх, да? Через верх, кстати, намного безопаснее. Какой-то гриб. Вылазь. Вылазь. Короче, ее надо согреть, а потом по-хитрому. И все получится. Как бы это тактика. И это как раз... О, шишка. Взрывается при ударе. Так вот ты какая. Шишечка. Маловато, конечно. Могли бы и побольше дать. Но да, это вот как раз дверь основная, из которой бы мы пришли. Но вот становится все меньше направлений, и это не может не радовать. Так, на к тебе шишечку. Класс. Вот, это шишечка, да? Шишечка. Ништяк. Ну все, поезда вам. Вот то мы направление еще не проверяли, но мы сейчас, да, сохраненочку сделаем. Как не проверяли? Проверяли, но мне не понравилось.
окей, последняя шишка, правда. Ну. Как-то не очень то, что, то, чего я ожидал. Сука. Ладно. Желуди простые. Давай. Надо всякую фигню подъесть. Потом хорошие лечилки наконец оставить. Они, правда, обычно на конце не пригождаются, но все-таки. Даже здесь дело нашей революции живет. Так, окей. Тяжелая урна. Могут ли мне помочь тяжелые урны открывать тяжелые двери? Как вариант. И это тоже путь к... Короче, это тоже путь в главные залы. Мне не нравится этот путь. Мы пойдем в главные залы нашими мышиными тропами. Блин, класс, я нашел кусок костюма вора. По-моему, ценнейший костюм. Просто ценнейший. Так, 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 так. Сохраняться не буду, там ничего интересного. Может быть, надо несколько урн притащить. Но, в принципе... Это вот там проход. Не вижу никакого смысла его открывать. Ладно, что, прикольно. Главный зал, катакомбы, Анор-Ландо, все дела. Я думаю, мы на этом, друзья, остановимся. Большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте ваши оценочки, рекомендуйте канал знакомым. И до следующих серий. Всем пока.